К другим темам. Ангарская войсковая часть 3695 отметила 30-летие со дня образования. Полк оперативного назначения создан приказом министра внутренних дел 8 июня 1991 года. На учреждение были возложены задачи по оказанию содействия органам внутренних дел и охране общественного порядка. Подразделение участвовало в двух чеченских кампаниях, обеспечивало безопасность на Олимпийских играх в Сочи, Универсиаде в Красноярске, чемпионате мира по футболу. Более года военнослужащие находились в Сирийской Арабской Республике. Поздравляю ветеранов. Действительно, Ангарск по праву гордится тем, что у него на его территории присутствует такое подразделение, такой полк. Вы действительно предмет гордости, и сегодня мы это ощущаем особенно отчетливо, особенно понимаем, насколько важно ваше мужество, ваша стойкость, ваше терпение, ваше умение успешно решать поставленные перед вами задачи для страны, для города, для всего российского народа. С начала специальной военной операции личный состав войсковой части 3695 регулярно отправляется на территорию Донецкой и Луганской народных республик. За боевые заслуги, государственные и ведомственные награды получили 22 человека.